Это Кембридж и счастливые студенты. И как это здорово, посмотрите. Я в кино видела только такое, а тут в реальности. Какие счастливые. Закончили университет. Сегодня отмечают. Я сегодня видела много также людей в праздничной одежде. Ну, может быть, это родители, там родственники. Потому что они же будут отмечать потом. Боже мой, как замечательно! Как они счастливы, я представляю, отучившись. Вот это, наверное, учительница пошла. Или чья-то, скорее всего, да, учитель. Боже мой, как здорово. Это стоят родственники, наверное. Это просто... Ой! Я пропустила, они подкидывали шапки. Может, сейчас снова? Ну, повторите. Девчонки баловались. Ну, это традиция, наверное, какая-то. И они подкидывали шапки. Здорово. Супер, супер. Вот девушка пошла. Это учитель тоже, видите, в форме такой, ну, в парадной форме. Ой, как шикарно. Это, представляете, какие ощущения у них? Счастье. Что закончили? Я не знаю, это же, когда в таком... Донечка, when they have such clothes, it means that they finish university... Absolutely, yes. Yeah, degree, not yeah. They can go on to do higher degrees. Yeah, after this they can, yeah. If... They all pass, out. Mm-hmm. Это ребята закончили университет. У них просто курс, допустим, один. Полностью университет. Как здорово. Ой, там что-то... Смотрите. Look, go a bit closer to that lot there. Look, they might throw their hats again. Go closer. Move closer. What the? To go over there closer. You're too far. No, I show all. They might throw their hats in the air again. But I can look. Ой, вот они стоят, что-то. Ну что они? Они, наверное, приготовились бросать шапки. Ну-ка, ну-ка. Yeah, but what does mean this tradition? Вот так вот выглядит сегодня площадь в Кембридже. В общем, сегодня будут гулять вечером.
И вот видите, здесь. Очень здорово. Здорово. Учителя тоже в форме. Ну что, как бы вот на этом сегодня закончим. Учителя и ученики. И их родители.